Здравствуйте, дорогие друзья! Это фолк-группа АТАВЕ. Дмитрий Шикардин, Алексей Белкин. За время существования нашего коллектива мы издали 4 альбома, несколько видеоклипов. Но наши поклонники знают, что группа АТАВЕ – это прежде всего концертная группа. Да, концерты – это то, что мы любим, и то, что у нас получается лучше всего. Уже много лет мы мечтаем издать фильм-концерт. Но для того, чтобы это реализовать, необходимы были определенные слагаемые. И в этом году все чудесным образом наконец-то срослось. Во-первых, у нас образовался прекрасный творческий тандем со съемочной группой, которая помогла нам снять видеоклип «Сумецкая». Во-вторых, в Петербурге открылся новый клуб с большой сценой, с отличным светом, с отличным звуком, в котором 22 мая мы отпразднуем свое 12-летие. Но для того, чтобы снять этот концерт должным образом, большим количеством камер, с краном, с рельсами, со шпалами, нам нужна ваша финансовая помощь. В общем, мы объявляем краудфандинг. Сбор средств на монтаж, на съемку, на издание. Мы надеемся, что подарки, которые мы для вас приготовили, они вам понравятся. Да и как могут не понравиться? Серебряный чугунок, инкрустированный... Дима об этом вам расскажет чуть попозже, а нам пора на концерт. Да!